А чи знали ви, що один вухатий звір робить за одну хвилину 120 жувальних рухів? І це, звісно, кролик. Вони існують різних форм, кольорів і розмірів. У всьому світі налічується близько 200 визнаних порід. За останні кілька десятиліть кроліки зайняли третє місце за популярністю серед домашніх улюбленців. І в цьому є кілька причин. Вони розумні, доброзичливі, веселі і дуже милі. Однак деякі власники тримають їх для свого господарства, а інші доглядають за ними у себе вдома, як за домашніми тваринками. Отож, про те, які ж особливості таких пухнастих створінь нам розповість власниця кроликів Людмила Пономаренко. Доброго ранку, дякуємо, що завітали. Як же звати таке чудо, яке я тримаю в руках? Это девочка, зовут ее Флёр. Это уже взрослый карликовый кролик, породы карликовый эльфиноголовый. А от скільки взагалі налічується порід кроликів, наскільки вони можуть відрізнятися від собою? Ну, от карликових пород где-то порядка 60. Отличаються вони достатньо сильно, тому що в Європі дуже давно це животне популярне. Там проходять многочисленні виставки, навіть по кількості учасників, намного більше, ніж виставляється кошик. Вот. И кролики очень разнообразны. Они отличаются как ушками. Есть породы, у которых ушки прямые кверху. Вот. И у карликовых кроликов они должны быть как можно меньше. И есть веслоухие породы кроликов, которые называют кролик-баранчик. За счет того, что верх головы у них как венец баранчика, вот ушки так опускаются к низу. А от, власне, щодо карликових порід, от кроликів, які особливості в них, от чим можна їх, за якими ознаками можна їх одразу відрізнити від інших? Самий основний признак – це вес. Карликові кролики, вони маленькі по весу, і ці животні спеціально селекціонувалися для того, щоб жили в сім'ях, як домашні любимці. Тобто це животне, яке відрізняється красотою і дуже м'яким, дуже хорошим характером. Я бачу, Флёр зовсім не боїться чужих людей. Она такая доброзычлива за всеми? Вы знаете, да, это генетически, и этот кролик вот вас видит в первый раз, и тем не менее они абсолютно спокойно, дружелюбно относятся к людям. Вот, это такие животные, которые, в общем-то, и создавались для общения с людьми, для получения удовольствия от общения с ними. А чем карликовы відрізняються саме за характером від звичайних кролів? Вот есть какие-то особенности? Ну вот в том-то и дело, что за характером звичайные кроли, их как бы очень мало с ними общаются. Вот. Их покормили и оставили на свое усмотрение. Вот. А карликовые кролики, они общительны, они в природе живут колониями. И поэтому эти животные, им необходимо общение. Они не прячутся, они не убегают, они с удовольствием общаются с человеком, с другими домашними любимцами, им это необходимо. А вот чи важко взагалі вот таким вот кроликам пристосоваться в домашних условиях? Нет. Нет, вот именно потому, что это животное коллективное. Это в природе коллективное животное, поэтому они любят общение. То есть они привязаны до людей, я так понимаю, да, особенно до господарей. Они с удовольствием общаются с людьми, с кошками, с собачками. Единственное, чтобы это, конечно, не охотничья порода была собак, потому что, к сожалению, у охотничьих пород есть инстинкты. А як вони облаштовують от свій простір, наприклад, якщо завести його вдома в себе, чи потрібно їм купувати спеціальну там хатку, можливо, чи кліточку, чи вони якось самі от собі знаходять те місце, яке да, у кролика обов'язково должна бути клітка, це дом його, і він себе абсолютно спокійно чувствує в клітці. Даже якщо от випускати кролика на відкрите пространство, він какое-то время гуляє і потім заходить в свій дом, заходить в свою клітку. Коти і собаки часто люблять лізти у постіль. Чи люблять це кролики? Да. Они идут к человеку. И очень часто они спят вместе с детьми, спят вместе с хозяевами. До речі, як от до дітей вони ставляться? Наскільки от вони можуть одразу з ними подружитися? По своєму психотипу кролик якраз і похож на дитину. Це енерджайзер, вони дуже енергічні, життєрадісні. Тому з дітьми, як ні з ким, їм дуже комфортно. Тобто діти можуть з ними навіть гратися? Так, так, так. Єдине, щоб дитина був вже достатньо взрослий по віку, тому що маленькі дітки, к сожалению, не розраховують силу своєї любви і можуть крепко обняти, уронити, але тут є своя специфіка. Особливо реагують саме на своїх хазяїв? Так. Яким чином? Вони знають свою кличку. Вони дуже добре розуміють інтонацію.
Вот если, допустим, там чем-то недоволен, ругаешь, они сразу понимают, они чувствуют себя виноватыми. То есть это животное очень сообразительное, и они даже намного охотнее кошек поддаются дрессировке. Я знаю, кролики еще и вночі любят пошебуршати. Чи правда це и взагалі як с цим боротися? Отвечу на этот вопрос. Если вы уделяете много внимания кролику в течение дня, если он набегается, нагуляется, он ночью будет спать. Если кролик целый день сидел дома один, скучал, вы пришли вечером с работы, начинаете ему только вечером уделять внимание, мало, то, конечно, он может еще какое-то время и шебуршать вечером. А вот как вы с ним гуляете? Чи любите он взагалі проводить час на свежем повітрі? Можно. Самый хороший способ, это если у вас частный дом, сделать вольер и летом выносить на прогулку. Можно просто на открытую территорию, если хороший забор, и кролик не сможет там найти лазейку, куда-то убежать. Как доглядать за таким чудом? Как его купать? Чи боится он воды? Кроликов не купают. Кролики ухаживают за собой сами. Это животное очень чистоплотное. Вот. Значит, как ухаживать? Есть расчески для кроликов с крупными зубцами. Но это особенно для пород, которые с длинной шерстью. Вот я принесла сейчас кроликов короткошерстных. Они вообще не требуют никакого ухода. Вот именно по грумингу, там, купание. Есть сухой шампунь, можно протереть. Вот, ну, вы видите, что у них шерстка сухая, чистенькая, в отличной кондиции. То есть этими кроликами никто специально не занимается, их не намыливает, не накупывает. Вот они такие от природы. А боятся воды? Я думаю, да, потому что это животное, природная среда обитания, у них не вода, с водой не связано. Чи можна, до речі, почути від кроликів якісь певні звуки? І от що вони можуть означати, якщо люди не знайомі ще з ними? Якщо кролик боїться, він іноді такий тихий звук издає, крякающий, ворчащий, даже мне очень тяжело его. Да, да, этот звук очень тихий. А вообще животное комфортно тем, что оно не кричит, вот, не весной, как котики мои любимые, не как собачки охраняют территорию. То есть в этом плане животное очень комфортно, то, что нету шума. А як радіє? Прыгают. Они прыгают, бегают, настолько видно, когда кролик в хорошем настроении, он исполняет такие кульбиты, это хвостик кверху, это такие прыжки, он становится на задние лапки. Ну, человек, который даже долго общается с животным, можно даже улыбку увидеть. Вот на мордочке точно так же, как говорят, собака улыбается, точно так же можно увидеть улыбку. А есть тварины, домашние тварины, которых они вот от самого начала боятся? Знаете, не бояться никого. То есть у меня таких ситуаций не было. Причем это настолько животное общительное, жизнерадостное. Я от других хозяев слышала, что они даже к крупным собакам стараются общаться, дружить. Вот к овчаркам, к кавказцам. Этого, конечно, нельзя допускать, потому что ну, собаки все-таки не всегда предсказуемы. Но они не боятся никого. Ни кошек, ни собак, ну абсолютно никого. Я не замечала, чтобы кролик кого-то испугался никогда. Цікаво. А вот что до харчування? От что они зазвичай любят есть и какие взагалі повинен быть их рацион? Вот в плане питания очень важно соблюдать правильную диету, то есть правильное кормление. Кролик кушает, не знаю, как на камере видно или нет, специальный корм для кроликов. Это такие зеленые гранулы. Это полноценный рацион. Туда входит травяная мука, зерносмесь, овощи, витамины добавляются, минеральные добавки. Это основное то, что надо кролику. Это вот. Оптимальный вариант? Да, да, самый оптимальный вариант. Кролику еще надо сено обязательно для того, чтобы он был здоров. И водичка. Водичка главное, чтобы была без хлорки. То есть неважно, какая она, но чтобы это была не с крана, без хлорки. А чи відрізняється по характеру хлопчики и девчатка? Это очень индивидуально. Точно так же, как и люди. У каждого свой характер, независимо от того, это девушка или парень. Також кажуть, что от кролики взагалі довгожителі. Наскільки довго от можуть прожити? Ну, достаточно заявки? Долго, потому что если тот же хомячок живет там максимум 2 года, то кролик живет 9-10 лет. Також хочеться запитати і стосовно от, важлива, я думаю, актуальна тема щеплень. Чи потрібно, наприклад, робити певні щеплення кроликам і які саме і настільки взагалі от, періодично це потрібно? Обязательно це треба робити. Якщо кролик домашній любимець, достатньо робити раз в рік комплексну прививку. Це не проблематично. В будь-якій ветеринарній клініці вона є, але її робити треба. Тому що, к сожалению, вірус розпространяється на одежді, на нашій, ми можемо принести, і бувають как бы, нехороші случаи. Но если кролик привит, они живут долго и счастливо. А чи бывают у них такие хвороби, которые передаются людям? Нет, абсолютно нет. Они генетически очень сильно отличаются от людей и от других животных. Поэтому заболевание кроликов – это только заболевание кроликов. Дякуємо вам, что принесли до нашей студии таких пухнастиков и так позитивно
Ми провели цей ранок разом з вами. Дякую вам, дякую, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що у нас в гостях була власниця кроликів Людмила Пономаренко, яка розповіла про особливості догляду за цими тваринками.